зимой. Зацените погодку. А? Мега крутяк. Ох, ребятки, вот это на улице прикольно. Конечно. Я не знаю, передает камера или нет, но, короче, у нас началась настоящая зима, наконец-то. Такая вот жесть, несмотря на то, что это грубо центр Ростова, но это садовое товарищество, и здесь дороги жесткие, к нам отказывается ехать какие-либо доставки, и, короче, я не знаю, что, походу прекращаем пока работу на этом объекте, до того, пока это все не раз это самое, не отойдет. Ну, либо завтра мы, может быть, уговорим какого-нибудь бесстрашного, так сказать, газелиста, чтобы он нам привез все это. Будни строителя. Сегодня вот сейчас собираю конструкцию здесь. Вот решил запилить такой видос небольшой с объекта по поводу того, что вот мы сейчас делаем ремонт довольно-таки у экспертных людей, которые сами занимаются всю жизнь маляркой, и вот себе строят дом. В принципе, наняли всех нормальных, ну, относительно говоря, строителей, да, потому что люди понимают, что, ну, самим все делать, это дороже себе выходит, если ты в чем-то, в какой-то процессе, в каком-то деле ты экспертен, тебе иногда проще заплатить людям, чем самому разбираться в этом вопросе, хотя ты, в принципе, разбираешься и понимаешь. Так вот, мы здесь выполняем только потолки из гипсокартона, все, больше ничего. Но проблема в том, что котельную, ну, такая тут простейшая котельная, вот, собирали одни люди, электрику делали другие, причем в два этапа. Ну, штукатурили, естественно, тоже другие. Так вот, смотрите, вот они сделали кабель-каналы. Как по... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. При этом, при всем, естественно, не плитка, даже толком малярка не сделана. Вот, и, соответственно, что у нас получается? Что теперь вроде бы как бы все по уму, да, но какой-то тихий ужас. То же самое с подоконниками, окнами, какие откосами, то есть, как бы, вот, ну, некогда людям было, они тут периодически нанимают других людей, то есть, естественно, разные бригады друг о друге не думают, а общего знаменателя как бы нету одного, и из этого получается вот такая вот жесть, то есть, представляете, да, сколько разрывов из-за кабель-каналов, а потом еще это все листами подгонять картона, казалось бы, простейший потолок, да, там, 5 углов как это, в комнате. То есть, в принципе, простая комната, маленькая, без соединения, без ничего. И получается вот такой вот гемор. У нас немножко разделены обязанности. У нас кто-то, получается, дошивает стены,
кто-то фрезерует. Вот. Короче, вот так вот работаем. А, кстати, хотел же показать, как мы снимаем эти таймлапсы. Для тех, кто мне много людей в личку написали, как мы это все делаем. Сейчас я тебе покажу. Вот у меня сейчас один таймлапс снимается. Короче, это самое. Получается, вот там вот камера, она закреплена, она потихоньку двигается и делает фотографии. Вот. Вот такие вот будни строителя, очередная серия. Маленькое включение с объекта. Оставайтесь с нами.